Конечно, у каждого города есть свои достопримечательности, но мало кто может похвастаться традицией, которую можно наблюдать в Томске, при этом только 7 июля. Это праздник очищения и прощения, панибратства и выхода за рамки приличия, Иван Купала, обливай кого попало. И в этом суть. Просто все обливают друг друга водой. Невзирая ни на что, ни на пол, ни на возраст, ни на чины. Со стороны это выглядит дико. Но в первую очередь, это безумно весело. Все, кто знает о том, что в этот день нарушаются некоторые правила, готовы участвовать и прощать друг друга. Раньше праздник приходился на солнцеворот, но с переходом на григорианский календарь 7 июля сместилось вместе с праздником. И тут хочется сделать акцент на хранителях традиции. В первую очередь это дети. Но поскольку водные процедуры в прямом смысле захлестывают весь город, администрация выделяет специальную пожарную машину для вклада в поддержку традиции. И еще обычно в этот день идет дождь.